Чевчу, друзья, это известный на местности ресторан в Лос-Алтос. Известный, ну, тем, что здесь хорошо покушать, и тем, что здесь бывали всякие знаменитости, о чем есть фотографии на стене. Вот Михаил Сергеевич, вы его узнаете. Вот у нас Маргарет Тэтчер. Да, это президент Пакистана. Была женщина, да. Так, ну тут не всех я знаю, честно сказать. Серина Уильямс. Ну, в общем, а вот тут Буш, Клинтон, в общем, Никсон, есть люди. Светочка, что мы будем кушать? Ну, я еще не знаю, вот Михаил тоже сделает свой выбор. Да. Но для начала мы возьмем вонтон суп и чикен салат. А дальше мы возьмем комбо-рис со всеми штучками. Да. И мы возьмем обязательно сноупи, эти самые шримс. Да. А, а дальше вот по выбору. Слушай, а может этот салат немного будет нам? Нет, они чикен маленькие. Маленькие. Но он очень вкусный. Это самое их ноу-хау. Здесь очень мило в ресторане. Еще второй этаж есть тоже. А теперь вот смотрите, что вы хотите. Где сидел Михаил Сергеевич, не знаю. А мы вот тут сидим, и нам хорошо. Это, друзья, большая плошка с супом. Называется вонтон суп. Да, это супчик, называется вонтон суп. Вонтон. И он такой, с, ну, грубо говоря, суп с пельмешками. Очень вкусный. Это, друзья, жареный рисок. Тут намешано, там и яичко, и, не знаю, там... Морковка. Жаренности всякие. Так, Света, прокомментируй, что это за блюдо? Это чикен, sweet and sour chicken. Да, кисло-сладкий чикен. Да, цыпленок в кисло-сладком соусе. Отлично. Так, у меня это, ну, видно, что это креветочки. Креветочки с горошком. С горошком, да. Бамбук, вот эти плошечки. Бамбук. Кругленькие, друзья, это бамбук. Ну, продолжаем. Мы покидаем, друзья, ресторан Чевчу. Вот вы видите, там пошла лесенка на второй этаж. Здесь выдают, когда заказываешь по телефону, можно здесь прийти, взять и забрать домой. И вот, пожалуйста, наверх. Мы наверх не пойдем, мы пойдем на работу. А на улице стемнело. Вот он перекресток двух дорог. Здесь, друзья, сходятся вместе Лос-Алтос, Маунтин Вью, и там немножко дальше квартал отсюда Пало-Алто. Вот тут мы и живем, и работаем.